Привет, ребят! С вами Булгаков Данила и канал для начинающих сноубордистов. Иди сюда, Ксюха. Привет, ребята! Сегодня у нас будет тема по установке креплений на доску своими руками в домашних условиях. И вы увидите, что это совершенно легкое дело. Вот. Значит так. Стопори. Я думаю, что обрежем. Да, обрежем. Ну, конечно. Так, вот наши крепления, ребят. Вот они. Еще у нас есть кунтики-винтики. Еще у нас есть такие вот накладочки, которые будут закрывать наши болты. На каждом креплении есть такая шкала. И для начала я бы рекомендовал ведущую ногу. А вы же помните, что у нас было видео предыдущее, где мы эту ногу определяли. Ведущая нога у нас, наверное, бы поставил бы я где-то вот в районе 15. А заднюю ногу я рекомендовал поставить где-то на трешечку, на семерочку. И вот смотрите, вот у нас нос доски. Вот задняя часть доски. Человек, который будет на ней ездить, у него правая нога ведущая. Соответственно, мы крепление устанавливаем так. Эта нога на 15. Развернута. А эта нога на семерочке. Как видите, мы без особых сложностей установили крепление на наш красивый, прикольный сноуборд. И мы можем идти кататься. И следующее видео будет для вас уже на горе. Поэтому вы должны обязательно подписаться на наш канал и поставить лайк. Чтобы не пропустить это видео. Точняк. Пока.